Всем привет, ребята, с вами снова Терминатор, и вы снова на канале The Game Reviews. Сегодня возвращение GTA 5 на канал, а именно первое видео по GTA Online, спустя 4 года с момента ее появления, ну, в общем, самое время. Будем совершать, пожалуй, самое простое ограбление, это многим известное ограбление банка Флика. Для этого дела нужны два человека, и поэтому со мной сегодня Александр Козин, он же Кукуруза 008 в данной игре. Итак, поехали. Чао. Не, давай, нафиг вам. Погнали. Меньше болтовни, больше дела. На дело. А, точно. Обязательно на его колымаге, вот на этой. Блин, косяк. Ах ты, говнюк. Да уйди ты, мы на дело тут едем, ты не видишь, что ли? Чё ж ты тормозишь посреди дороги, дурачок, чуть не вмазал ему в задницу. Так, ну чё, мы на месте. В общем, сначала нам надо сгонять с Лестером к банку, разведать там обстановку и наладить оборудование для взлома. Подготовить одежду, маски, форму и так далее. Прокачу с ветерком. Эх, не лезет на бугор. Давай, давай, давай. Эх ты, в бугор не едет. Ну ладно, поедем по дороге. Тебе надо там взламывать все-таки, да? В общем, нам тут приходится много ездить туда-сюда, то привезти Лестера, то отвезти его обратно, то встретиться с Пейдж, то снова приехать на квартиру, потом снова поехать за Курумой и далее. Ты видишь это? Машина на воздухе висела только что. Что такое? Вылазь давай. Чё он не вылазит? А, это подъедь. Чё? Давай, ты за рулем. Попробую заснять пару кинематографичных кадров. Прям такая какая-то бандитская тачка черная. Даже как будто гробы. Да пофигу. Мы ж на бандитской тачке. Да, так. Просто я в этот момент ел кукурузу. А. Давай это тоже пропустим. Следующим этапом идет угон бронированной Курумы у азиатов. Эта тачка нам будет нужна после совершения ограбления, чтобы на ней уходить от копов. Моя, кстати, стоит. А, да-да. Погнали. Все равно никого нет. Так, за дело. Ты за руль? Я за руль. Так, подожди, тачка, где она? А, вон, все, погнали, погнали, погнали. Прыгай, прыгай. Валим отсюда. Видишь, просто. А? Быстро. Че за... Чё? Не понял, нас убили, что ли? Да, меня убили. Снял. А, мы все тут же, тогда вообще нормально. Так, посмотри, у тебя могут нормально коцать, поэтому за укрытием. Я пойду за тачку, лучше спрячусь.
А их нету. Поехали. Все нормально. Все чисто. Отлично. Вот они появились только сейчас. Ну да. Теперь они нас уже не достанут. Мы-то на броню. У нас же и колеса, я так понимаю, не простреливаются, да? Эх ты. Чуть-чуть переборщил. Немножко подерем красочку. Ну, а теперь погнали. Я просто мышкой вертел, сам себе хуже только делаю обзор. Ну и естественно, когда мы пытаемся угнать тачку азиатов, они как бы говорят нам. Это... Ты давай! Давай, давай, не безобразничай. Пытаются за нами гнаться там и всякое такое, на что мы говорим им... Отдыхай. Отсос. Эх, немножко не вписался, ну да ладно. Все равно потом целое будет. Не пропускается. Погнали. Let's go, let's go. Ну и собственно, надо дождаться подходящего момента, приехать в банк. Думал, успею проскочить, не успел. Блин, вообще не вижу его. Он без света ехал в темноте. Так, уже на месте. Блин, сейчас сижу, заламываю. Угу. Не бывает, как тут сама эта полоска взломала. Ты же взломал, да? Ну да. Тебе было, что как-то отфризивало, что ли? Ну да, первый раз. Когда... Один из нас должен вскрывать ячейку, другой стоит на стрёме и держит свидетелей на прицеле, чтобы никто из них не вызвал полицию. Как надо удерживать? Да, да, нормально все. Камера сразу. Камеры ты забыл? А, блин, я про вторую забыл, да. Так, тут одна, а, нет, двое. Там еще застойка, еще один. Ничего не вижу из-за стекла, блин. Угу. Не орите, я не по вам стреляю. Представь, ты пришел в Сбербанк. Тут лежать это ограбление. На тебя калашников наставили. Причем калашников с магазином на сколько там, на 90 или на сколько патронов? Что-то я забыл. На 100 патронов. Порядок. Сейчас. Оба, на, сирена. Let's go. Машину. Давай, погнали. Педаль в пол. Страсть не сильно тоже. Хотя, в принципе, 5 минут уже, наверное, давно прошло. А что за 5 минут?
типа это дополнительное задание. Особых. И уже 5 минут. Тогда там дается какая-то прибавка. Не помню, какая точно. Да ладно, и сотка нормально. А ты себе-то там вообще что-то оставил, или ты весь куш на меня перевел? Ну и далее удираем от копов и улетаем вместе с подхватившим нас вертолетом. Вот он и вертолетик наш. Блин. И это не я рулю. Только что не я подъезжал, она сама подъехала, он ее подтянул, видать, сразу. Я ж подумал, нас сейчас собой. Да, мне что-то тоже так показалось, что он слишком низко как-то нас протянул. Плохо. Дело сделано, бабки на кармане, можно это и отметить. Ну да. А, вон оно что. Музон путевый. Нет, давай что-нибудь другое. Что за прикол? Только не около меня такое делает. Это лыжник назывался. Не, я бы так не сказал. Вот это тоже явно не лыжник. Давай что-нибудь нормальное. Вот это пойдет. Ну и как обычно, лайк, дизлайк, подписка, отписка. Всем спасибо за просмотр. С вами были Терминатор и Кукуруза 008. Всем пока.